У многих есть родственники, пропавшие на фронтах Великой Отечественной войны. Найти информацию о них зачастую не так просто. Сегодня созданы новые базы и проекты, помогающие в поисках. В умной библиотеке в Химках организовали познавательную лекцию от экспертов. Они рассказали, как и где искать данные о героях, как составить родословную и сохранить память поколений. И, может быть, это будут не ваши прямые предки, а, например, двоюродные прадеды. Ну, как бы, это тоже... не меняет ценность того, что вы можете семейное древо пополнить. Ольга Межуева и ее коллеги рассказали о возможностях поиска, которые доступны каждому. Сегодня у нас круглый стол, который посвящен военному поиску. Как в архивах, так и в открытых источниках интернета различным базам. Существует огромная база «Память народа», про которую знают практически все, и база «Героев Первой мировой войны», а также достаточно большое количество литературы, которое позволит понять, как был устроен призыв на Великую Отечественную войну, на Первую мировую войну. И это тоже поможет найти ваших предков. Мероприятие прошло совместно с Центральным государственным архивом Московской области. Фонд учреждения насчитывает около 2 миллионов документов. Здесь находят не только пропавших на Великой Отечественной войне родственников, но и узнают о родословной. Все данные оцифрованы и находятся в открытом доступе в читальном зале. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.